Всем привет! Монтенегро – это Черногория. По-черногорски – Черногора. Рассказываем, как живется тут. Вот уличная площадка на побережье. Какое Адриатическое море, как ругательство выглядит. В Черногории валюта евро. Сами свои евро они не выпускают. Евро к ним привозят только туристы. В ресторанах дорого, в магазинах нормально. Точно так же, как и в России в целом практически. Бензин дорогой, примерно 170 рублей за литр 95-го бензина. Для детей тут инфраструктура небольшая. Площадки все старые поряпаны, но они есть. Парков развлечений как таковых прям нету. Ну, надо ездить. Мы в России привыкли, что в каждом городе есть все свое, а здесь... Страна маленькая, всего 600 тысяч человек проживает в Черногории по всей стране. И эта страна натыкана городками, где что-то да есть. И поэтому езди, катайся. Да, к слову, здесь туристам без машины, наверное, было бы не очень интересно. Поэтому берем машину в аренду. Машина в аренду нам обошлась 400 евро. Ни много, ни мало. А если брать у официальных чуваков, которые сдают машины, там еще и 900 евро, по-моему, надо давать залог. Мы не давали залог, потому что снимали как раз вот с рук, что называется. Поэтому на тачке можно нормально в Черногории покататься. Черногория своей едой не славится. Здесь есть пара блюд, которые считаются местными. Плескавица – это фарш пожаренных котлет. Бурек – это что-то типа самсы с мясом. Все с мясом, любят мясо сильно. Мясо здесь свежее, вкусно, только мясо. И еще что-то мы ели из локального. Чивап. Чивап. Чивап тоже хорош. Это тоже мясо. Тоже типа люляшечки какой-то вкусной с булочкой. Ну, умеют печь, здесь пекарни кругом повсюду. И умеют мясо готовить. Люди здесь добрые, к детям относятся спокойно, любят детей. К тебе, как к туристу, относятся нормально. Все достопримечательности, даже если это лавочка, где сидит какой-то непонятный чувак, за нее, за просмотр возьмут 1-2 евро, потому что страна живет только туризмом. Может показаться, что я такой тип не сильно вдохновлен. Нет, тут красиво, все в порядке. Черногория — страна к посещению обязательно интересная.